Ну что, привет, ребят. Что, у нас сегодня мега трешовый, я думаю, день. Я соберу сегодня наконец-то новую имбу для любого из вас, из тебя. В общем, этот аккаунт достанется мега счастливчику, уже с топовыми героями. То есть все, что здесь надо будет делать, это просто играть и все. То есть здесь все есть для удобной, комфортной игры. Это английский сервер, это десяточка, аккаунт, который я в итоге разыграю. Прошлый видосик мы с вами собрали 180 осколков зефирки и, в принципе, довольно-таки неплохой результат. Можно было бы, конечно, и лучше, но что маемо, то маемо. В общем, у нас сегодня вот такие вот плюхи додают. Довольно-таки неплохие плюхи. Еще и дракона на халяву дали с акцией. 50 осколков. Сейчас мы заберем. Это не все плюшки, которые здесь есть. Сегодня также есть пакет накопления. Я его тоже забрал. Вот такой вот пакетик. Ну, до большого мы не дошли. Возможно, дойдем, посмотрим, что там по акциям. В общем, все для комфортной игры на этом аккаунте уже есть. Поехали, посмотрим. Я вам покажу сейчас аккаунт для тех, кто первый раз смотрит, кто не знает, какие здесь плюхи есть, какие здесь герои есть. Коллекционера прошлого мы вытащили некоторые скины. Так. Многие, видите, некоторых скинул вообще просто валом. Некоторые еще дособираются. Ладно, давайте по героям покажу, что есть. Вот такие вот герои здесь есть. Роза есть, Некрос есть, Космос есть. Зефирку, надеюсь, мы тоже сейчас соберем. Оккультиста нету и разрухи только. Ну, оккультист тоже частично уже собирается. То есть он будет скоро тоже на этом аккаунте. 25 осколков у нас. А, возможно, выролим, посмотрим. Так, что там у нас есть? Карты есть, я их не бегаю. Дискаунт, давайте посмотрим, что тут в дискаунте сегодня есть. Рефреш. Ну, такие себе плюхи, как обычно. Английский сервер. Девятые эмблемки. Так, окей, поехали на островок. У нас 70, 70 осколков у нас есть. Давайте фри. Как картошечка фри. И плюс 70. Два. Три. Четыре. Пять. Уже 5. 5 осколков, ребят, мы с вами собрали. Пять, десять, двенадцать. То есть у нас есть где-то на 192 осколка. Осталось, ребят, осталось 8 осколков всего. Всего лишь 8 осколков добить. 8 шансов у нас есть. Поехали. Как думаете, затащим? Нет? Просто жесть. Посмотрите, что творится. Это просто рандомчик меня иногда просто убивает. Да, капец, это просто издевательство. 5, ребят. 5, и нам осталось 3 штуки. Жесть. Просто жесть. 2 дня. Вот теперь смотрите, самое интересное. 2 попытки. 2 дня, и через 2 дня у нас будет бесплатных 5. То есть у нас, по сути, зефирка уже практически есть. Но, видите, этот рандомчик, это просто что-то нереальное. Нереально просто не везет на этом аккаунте, вот именно в собирании. Я не знаю, но просто не падает. Что я тут уже только не делал. Так, мы еще и скин собрали. Так, скины, оккультист. Есть. Building style.
Это, кстати, будет пооткрывать. Это просто трэш какой-то творится. В общем, все, что вам надо, я уже не раз говорил, быть подписанным на канал, иметь все репосты с этим видосом, а потом с этим аккаунтом, я потом отдельно покажу вам, сколько должно быть видео, какие должны быть видео у вас репостнуты. И в итоге, когда я закончу все тесты, я этот аккаунт разыграю. Так, что у нас еще интересное есть? Давайте посмотрим, что у нас по плюхам есть. У нас плюхи, в принципе, подкопились. Надо их пооткрывать. Так, коробочку получили. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, 30 камешков. Пятерик. Вот, видите, этих сундуков 581. И они, походу, там, я их не могу открывать. У меня перелимит желтых камней на аккаунте. То есть надо качать 20-е прорывы, потому что много плюх реально пропадает. Такс. Это у нас сумочки. Еще скины получили. Отлично. Вот сейчас мы тут нормально скинов тоже должны получить на здание. Возможно, недостающие 50, 50, 75. Да. Да. Еще и собрали даже скин на ворожея новый. Отлично. Я не помню, есть он у меня, нету. Девятая воздушка. Девятая воздушка вообще топовая эмблемка. Плюс еще рвение. Ну, блин, крутой аккаунт. Я бы сам, знаете, если был, не имел этих аккаунтов, просто бы сам хотел бы такой аккаунт получить. Просто жесть. Так, окей, ребят. Ну, конечно, с зефиркой у нас полный трэш. 2 дня, и этот герой будет. Я думаю, этих 2 дня я буду вам снимать видосы. И мы уже знаем, какой у нас там будет зефир. Буду делать дальше тесты, а то я все никак не соберусь. Надо собраться и поделать тест, и разыграть этот аккаунт. В принципе, здесь уже практически все есть. Так, окей. Окей. С этим разобрались. Поехали еще скины сейчас подокачиваем. А, вот скин на стрелка мы получили. У нас его не было. Зефирку подкачали. Неплохо. Так, у нас должны быть, да, вот на новое здание плюшечки. Сейчас сила так и до 190к может дорасти. Ну, можно было бы намного больше уже прокачать силушку, но я не рвусь за прокачкой силы. Потому что есть второй аккаунт, с которым я параллельно тестирую это все. Видите, вот. Видите, сколько плюх. До 21, до 17 числа надо будет, наверное, кому-то все-таки прокачать прорыв. Возможно, это будет Минотавр. В принципе, можно ему прокачать. Но все равно нам это не хватит. Нам надо еще кому-то качать. Потому что, как видите, очень много плюх. Ну, тут, конечно, смешно. А, по ресурсам. А кристаллов у нас хватает. Так. Что у нас интересного есть? А, давайте сейчас вам покажу. Ну, это алтарь такой вот. В принципе, довольно-таки все, что надо для игры, тоже есть. Скины разные, таланты, чарки вот есть. Коробки есть, кристаллы есть, повторки героя. Ну, в принципе, здесь повторки героя не особо нужны, здесь ковяшек хватает. А вот наши герои, которые есть. Они все открыты в единственном экземпляре. Некоторые уже докачаны до второй эволюции, им только надо будет делать прорывы. А эти все некачанные, я не качаю их для из-за того, что не хочу поднимать силу.
Вот так вот, ребят, такой вот видосик. Я, конечно, надеялся, что мы словим зефирку, но, видите, это просто жесть. Просто тупо не дают нам это сделать. Но я надеюсь, 2 дня, и у нас этот герой уже будет. И я постараюсь чем побыстрее сделать все на этом аккаунте и кому-то из вас его отдать. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.